Мы едем дальше, и на сцену приглашается следующая команда, гости нашего города. Команда КВН. Данная команда уже успела выиграть один из этапов. В прошлом году она выиграла осенний этап Магнитки Next. Теперь она хочет покорить весеннюю стадию. Встречайте, команда КВН, Закон, Мёрфи, город Абай. Перед вами город, у которого есть авторские права на хорошее настроение. Город Абай, Закон Мёрфи. Здравствуйте! Да все и так уже поняли, что вы с приветом. Во что вообще вырядились? У нас, между прочим, в зале желательно уважаемое жюри. Как это? Ну, все жюри уважаемые, а Данил Койсин по желанию. Так, ладно, объясните мне вот это, что такое? Ну, мне сказали одеть командную форму. Ну, не футбольную же, дебил! Ай, нога! А ты во что вырядился? Ну, мне сказали прийти в офисном. И что? Ну, я ксерокс. Ты что, придурок, что ли? Ксюш, успокойся, у нас вообще-то... Тема игры — космос. Ну и что у нас есть в тему игры? У нас есть космические продукты. И что в них космического? Цены! Ксюша, а ты в курсе, что Абай как в космосе? Время по-разному идет. Вот Темиртау сейчас 15.05, а в Абае 1982 год. Серьезно? Честная пионерская. Ладно, а что еще космического у нас есть? Ну, у меня отец как фантастический фильм ужасов. В смысле? Чужой. Да как вы не поймете, сегодня серьезная игра. Кто против нас играет? Ну, Кильки в томате, Зе, 13-й район. Так, отставить. Ладно, как говорят жители Караганды после паводков, как-нибудь выплывем. Давайте к миниатюрам. Ситуация на крыше. Ты что, мне свидание на крыше устроил? А нормальный рейсик, что, бабок не хватило? Или ты жмотишься? А цветы, шампанское, конфеты где? Ты хоть что-нибудь можешь нормальное сделать или нет? О, звезда падает. Загадай хотя бы нормальное желание. Сбылось, походу. Пожар в 107-м автобусе. А вы в курсе, что у нас колеса горят? Да? А я думал, я так быстро еду. Я не хочу умирать на Брихани! Давайте хотя бы до Темиртау дотянем! Ой, да ладно, откройте окно и все. Закройте окно, дует! Ну, у меня есть две новости. Хорошая и плохая. Плохая — мы не спасемся. Хорошая — она тоже. А у кого-нибудь есть аукс? А зачем? Помирать так с музыкой. Эй, голубям нигде преграды нет. Скорее бы мы уже все умерли. Как бы я хотел. Типичный абайский магазин одежды. Извините, а вы не подскажете дизайнера вон той кофточки? Ну, раньше был французский дом, а сейчас абайская моль, видимо. Спасибо. Извините, а у вас есть футболка XL? Да, секунду. Вот. О, как раз для офиса подойдет. Галочка, у меня возврат. Ну нет, бывших я назад не принимаю. К тому же у него вон желание сбылось. Я извиняюсь, у меня свадьба. Да, конечно, что вам, пиджаки, рубашки, брюки? Да мне перекантоваться надо! А, ну проходите, пацан. Извините, а где можно примерить? Секундочку.
А они могут не смотреть? Нет, это их главное условие работы. Абай – город олимпийских чемпионов. Так что по традиции, если мы сегодня выиграем, медали потом вернем. С вами была команда КВН «Закон Мёрфи». Спасибо!